89, 27, 13, 20, 28 УПК РФ постановил. Постановление Лепортовского районного суда города Москвы от 30 марта 2023 года об избавлении Гершковичу Эвану меры пресечения в виде заключения по стражу оставить без изменения апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения. Не нужно все. Понятно, все понятно, спасибо вам. Всем спасибо, до свидания. Саша, штатив давай.